Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня в рубрике «Фраза дня» у нас вот такая фраза. Кто умеет, делает. Кто не умеет, учит. И я с этим очень сильно согласна. Потому что все эти тренинги, вебинары на тему «Как заработать в интернете», на тему «Как заработать на аренде квартир» или еще что-то. Ребята, но если люди на этом хорошо зарабатывают, то зачем они будут делиться золотой жилой? Зачем они будут раскрывать все свои секреты и плодить себе конкурента? Нет. Кто знает, где заработать, держит это в тайне. Поэтому как раз они зарабатывают на инфобизнесе, на раздавании якобы знаний, а не на том, о чем говорят.